Тело 32-летнего екатеринбуржца, пропавшего во время восхождения на вулкан Ключевская сопка, по-прежнему не найдено. Камчатские спасатели пока не могут возобновить поиски из-за погоды. В восхождении на высочайший в Евразии действующий вулкан Ключевская сопка двое жителей Екатеринбурга, 32 и 36 лет, начали еще 27 сентября. При этом они даже не зарегистрировали свой поход в МЧС. На высоте 4000 метров альпинистов застала непогода, усилился ветер и началась снежная метель. Мужчины выкопали в снегу временное убежище, но погода и не думала улучшаться. Оставаться на такой высоте продолжительное время было нельзя из-за недостатка кислорода, но и спуск представлял серьезную опасность. По-видимому, друзья не смогли прийти к единому мнению. Младший из них начал спуск по тому же маршруту, по которому они вместе поднялись к вулкану, а старший, обойдя вершину, решил спуститься к перевалу на высоту 3300 метров. Встретиться альпинисты договорились в базовом домике для ночевки, обустроенном на высоте 2600 метров. Когда спустя два дня 36-летний, ушедший в обход вершины турист, наконец добрался до этого домика, своего товарища он там не встретил. Сигнал о помощи поступил в службу спасения 1 октября. Из поселка Ключи на вулкан отправились трое спасателей на двух единицах техники. Однако уже через сутки поисковый отряд вынужден был вернуться. Поисковые мероприятия будут продолжены при налаживании погодных условий и, возможно, при увеличении группировки спасателей. Сейчас погода в районе поиска неблагоприятная. То есть на высоте около 4000 метров ветер около 60-70 км в час. Осадки порядка 35 сантиметров снега. Температура около 15-17 градусов. То есть ощущается как минус 25. Ну и самое главное, что нулевая видимость, что затрудняет ведение эффективных поисковых спасательных работ. По словам спасателей, подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни в любую погоду. Ежегодно здесь погибают десятки человек, как опытных альпинистов, так и начинающих туристов. Насколько подготовленными восходителями были екатеринбуржцы, не уточняется. Состояние 36-летнего спасенного мужчины оценивается как удовлетворительное. Шансов найти его товарища живым после 8 суток пребывания на вулкане, по словам спасателей, практически нет. СКР по Камчатскому краю начал проверку обстоятельств пропажи 32-летнего екатеринбургского туриста. В принципе, восхождение в любое время года на Ключевской вулкан является опасным не только из-за того, что вулкан действующий, но и из-за большого перепада высоты. То есть старт начинается на порядка 800 метров, вот, а достигнуть нужно вершины 4700 метров. То есть высотная болезнь проявляется достаточно активно. Мы знаем случаи, когда у людей происходили отек головного мозга. Вот, и, к сожалению, восходители погибали. Но, как мы думаем, спасатели Камчатского края, что одной из причин несчастного случая стали сложные погодные условия. Вот, и метеорологический прогноз не был учтен при выборе времени восхождения.